В магазине «Нико» по адресу Печорский проспект 64Б продукты к праздничному столу, праздничные торты и пирожные, колбасные и мясные изделия, мясо свежемороженое, свинина, говядина, курица, индейка, рыба копченая в большом ассортименте, рыба свежемороженая, семга, горбуша, палтус, треска и многое другое. 10 и 11 марта с 10 до 17 часов по адресу улица Островского, 74, дом быта ретро, второй этаж, Кировская обувная компания принимает на ремонт любой сложности мужскую и женскую обувь «Пимы». Закусочная «Волна» приглашает на завтраки, обеды и ужины. Бизнес-ланч 150 рублей. В закусочной вы можете провести свадьбы, юбилеи, детские праздники и поминальные обеды без арендной платы. Единственное в Печоре мороженое собственного приготовления. Вкусные пиццы и свежая выпечка. Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. Ежедневно с 10 до 18 часов. Воскресенье выходной. Адрес: Печорский проспект, дом номер 20. Телефон 36002. Продается двухкомнатная квартира на четвертом этаже в доме номер 21 по улице Ленинградской. Цена 900 тысяч рублей. Звоните по телефону 8-912-954-45-58. В Печорский филиал акционерного общества «Комитепловая компания» требуется на работу механик транспортного участка. Поселок Кожево. Требования: наличие диплома автомеханика, удостоверение контролера по выпуску машин, стаж. Телефон отдела кадров 7-32-12. Республиканский турнир среди юношей и девушек памяти мастера спорта Константина Терентьева. Программа 14 марта 10 часов начало соревнований, 12 часов торжественное открытие. 15 марта 10 часов начало соревнований, награждение по окончании соревнований. Уважаемые жители города Печоры и Печорского района, ритуальный дом «Вечность» открыл для вашего удобства филиал в поселке Кожево по улице Советская, дом 10А, в здании Ростелекома. Предоставлен полный спектр услуг: автокатафалк, оформление документов, зал прощаний, консультации по телефону 4900. Ритуальный дом «Вечность», Печора, улица Набережная, 36А, и поселок Кожево, улица Советская, 10А, здание Ростелекома.